Всем привет, с вами Дядя Володя Страшный. И, как говорится пословица, сколько веревочки не виться, конец у нее всегда будет или придет. Ну и вчера вот я катался на Ямасаки, когда его ставил туда, я видел, что подходит момент того, что именно Юпитер четвертый упадет. Ну, как всегда, пахеризм мой привел к тому, что мы сейчас с вами видим. А видим мы еще, я еще не разбирался, что случилось. Но я думаю, что случилось всякой всячины много. Вот поломанный поворотник, разбитое стеклышко. Это как минимум, что мы видим. А сейчас я буду подымать. А где мотоцикл? То есть подтаяла подножка, он стоял на льду, провалилась и упав. Юпитер четвертый завалил еще мою Ямасаку. Ну вот видим, что поломан тоже поворотник. Там с той стороны тоже он, возможно, что-то как-то. Что тут еще? Ну не знаю, в общем. Сейчас буду подымать, доставать, смотреть. Короче, беда одна не приходит. Вот такие вот дела. Беда. Ну хорошо, что это падение без райдера, без водителя. И стену мне тут еще не завалило. Сейчас подниму, потом снова встретимся, я вам покажу. Как же я так-то лоханулся. Короче, тут и натекло, короче. Натекло, бензина, керосина, ну это все ерунда. В общем, тут пострадал только поворотник. Сейчас я его быстренько сделаю. Все это нормально. Больше тут ничего не пострадало. Все на месте. Все как было, так и есть. В общем, все нормалек. Вообще в планах поднять это крылышко повыше. Как-нибудь. Потому что не дело. Вот. С этим аппаратом что у нас? Вообще все нормалек. Кроме одного, что отломился поворотник. Ну, сейчас поищу корпус, может найду где-нибудь. И прикручу. Вот так вот. Ай-яй-яй. Ну и конечно я сделал все. Все, поворотник не отломанный. И здесь все нормально. Ай-яй-яй. Красотуля. Теперь у нас красотуля. Ну и теперь у нас на нем сейчас будет продубас. Уже второй за сегодняшний день пасхальный продубас. И будет он называться «В поисках». В поисках Денисовой заводилки. Ну, это отдельный фильм. Всем спасибо, всем пока.